Ароматный суп с сыром косичка – невероятно вкусное блюдо, которое не только насытит, но еще и согреет в прохладные дни. Блюдо не требует добавления сметаны, его вкус идеален благодаря мягкому сыру. Подавайте к столу красочный сырный суп с несладкой выпечкой, сухариками, поджаренными тостами и так далее. По желанию можете использовать вместо обычного рассольного сыра подкопченный. Не забывайте про свежую зелень укропа, она подчеркивает вкус сыра. Картофель 2-3 штук. Морковь 1 штука. Лук репчатый 1 штука. Сыр косичка 1 штука. Вода горячая 1,2 литра. Соль 1-2 щепоток, по вкусу сыра. Укроп 0,25 пучка. Масло растительное 1 столовая ложка. Орза 2 столовые ложки, макароны. Количество порций 3-4. Подготовьте указанные ингредиенты. Очистите все овощи от кожуры и промойте их в воде. Нарежьте мелкими кубиками репчатый лук и морковь. Отпассируйте в кастрюле на растительном масле примерно 2-3 минуты до легкой румяности. Картофель нарежьте крупными кубиками, добавьте в емкость вместе с пастой орза. Аккуратно перемешайте. Влейте в емкость горячую воду, всыпьте соль и лавровые листья. Отварите овощи примерно 15 минут. Нарежьте сыр мелкими кубиками и высыпьте в емкость. Отварите еще 4-5 минут, время от времени перемешивая содержимое емкости, чтобы сыр не прилип ко дну. Попробуйте суп на вкус, промойте и измельчите укроп, добавьте в емкость за 1-2 минуты до выключения нагрева. Разлейте горячее в глубокие тарелки и подайте к столу с хлебом, сухариками.